Народні депутати від партії «Опозиційна платформа за життя» у перший день роботи парламенту запропонували проєкт постанови про мир в Україні, припинення бойових дій і виконання Мінських угод. Це цілий пакет законопроєктів. У Політсилі нагадали, що за даними соцдосліджень, переважна більшість громадян вважають відновлення миру одним із найголовніших завдань нової влади. Верховная Рада должна дать поручение профильному комитету, это комитет по Донбассу, у него длинное название, я бы сказал, не очень отвечает предмету и не очень отвечает предназначенности, но именно это является профильный комитет, который, на наш взгляд, по поручению Верховной Рады Украины должен подготовить законопроекты, а именно проект изменений в Конституцию в отношении автономного статуса Донбасса, закон об амнистии, проект закона об амнистии, ввести в действие закон об особом статусе, об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской области, принять закон о выборах, принять закон о восстановлении социальных прав граждан, которые проживают на неконтролируемой Украиной территории. Мы считаем это первоочередной задачей. Мы будем настаивать на том, что комитет должен разработать, а Верховная Рада должна рассмотреть, потому что все депутаты, которые шли в парламент на выборах, говорили о мире. И мир – это главная задача. Мир – это то, от чего требуют украинские граждане. Мы знаем, что по всем социологическим исследованиям это более 70-80% нашего населения считают, необходимо, первое, прекратить боевые действия, второе, установить мир. Для этого необходимо выполнить Минские соглашения. Именно поэтому мы ставим во главу угла всей законодательной деятельности парламента главным, приоритетным вопрос мира и прекращения боевых действий.